появились сведения о секретной разработке украинских оружейников. Из этой информации следует, что украинцы разрабатывают танк «Казак-3000». По оценкам украинских ученых, если бы этот танк существовал в реальности, то он по своим характеристикам превосходил бы российский танк «Армата», танк США «Абрамс» и израильскую «Меркаву». У танка «Казак-3000» круговое бронирование 5000 мм стали, две пушки калибром 200 мм каждая, и ядерный реактор в качестве двигателя. С таким вооружением Украина захватит всю Россию, и даже весь мир.